В тылу посольства Великобритании, где длинный сквер, скамейки и фонтаны, на первые курсантские свидания я приходил прекрасно юный пьяный. Близ памятника живопису Репину скамеечка стояла в темноте. Куда это меня занесло? Давайте второй куплет. Близ памятника живопису Репину скамеечка стояла в темноте. Волнительней не помню и нелепее свидание в жизни, чем свидание тем. Московская, холодная, холёная девчонка издевалась надо мной, чтоб через час прикинуться влюблённою перед казарменной проходной. Ей нравилось, наверное, многолюдие, хмельные голоса со всех сторон. «Эй, девочка, с какой ты киностудии? Братан, отдай ее в наш батальон!» «Не знаю я, с какой ты киностудии, отдам тебя в соседний батальон!» Тогда со страстью, будто в самом делешной, она приподнималась на носки, закидывая на мою шинелишку две белые горностаевых руки. И прижималась бедрами упругими, и целовала в губы, не стыдясь, чтобы юнцы военные с подругами завидовали, видя нашу связь. Я иногда хожу за Москворечье, сажусь на ту скамью, когда пуста, и вспоминаю, будто вспомнить нечего ее перед казармой уста. И вспоминаю, что ж мне вспомнить нечего ее перед казармой уста.